Книга «Открытым оком», том 15, тема «Праздники», вопрос 2947. Что такое День Ангела, с которым меня поздравили? Почему мой ангел и с какого времени он стал моим? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это вопрос к тем, кто сказал, но они вряд ли все знают. Дело в том, что речь даже и не об ангеле идет, а о человеке, в честь кого ты назван. Твой святой, как принято думать, тебя патронирует. То есть святая мученица Татьяна, как принято почему-то считать, заботится о всех Татьянах. Тут некое ограничение той Татьяны, что она вообще, кроме звука своего имени, ничего и не знает, не реагирует. До этого могли додуматься только православные. Заполнили пустоту от отсутствия Библии. Человек называется ангелом за ангелоподобную жизнь. Матфея 11:10. «Ибо он тот, о котором написано, «Се, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Раньше был обычай давать имена по святцам. Смотреть нужно было, какие имена указаны на этот день, и давать имя, соответственно, дню рождения или рядом, если в тот день нет указания на память каких-либо святых. Но самовлюбленный человек все делает по своей порочной прихоти, и детей называют по самохотению. Мать назвала дочь Натальи. Она же родилась 14 октября по новому стилю на покров Божьей Матери. Ее святая Наталья указана только 8 сентября. У человека две памятные даты – день рождения и день ангела. День рождения, безусловно, и достоверно точный, а день ангела взят произвольно. И еще более натянуто объяснение, что святой с таким именем будет заботиться обо мне больше, чем о ином не с его именем. Когда точно по святцам назван человек, а не по прихоти родных, тогда может быть что-то и есть мистическое и пророческое в этом имени. Так меня, родившегося 10 июня по новому стилю, назвали Игнатием в честь святителя ростовского, чудотворца Игнатия, почившего в 1288 году. Называл меня наставник дедушка Терентий, то есть он делал выбор из тех имен, какие были на тот день. Рядом с моим именем стоит еще Евтихий, священномученик из первого века. Кому-то это ничего не говорит, но вот мне уже видится, что и тут было нечто праведческое. Много ли ныне епископов в православии с именем Евтихий при моей жизни? Один, единственный. И он именно мой епископ. И вот уже снова эти два имени, Игнатий и Евтихий, вновь соединились. Я сторонник абсолютно первого века христианства, и Евтихий из первого века. И это еще не все. Современный патриарх Алексей II был настолован, воссел на престоле первосвятителя, был провозглашен патриархом день его интронизации именно 10 июня. А я как раз борюсь с гнусностями, насаждаемыми патриархией, то есть патриархом. Сирахов 7.23. «Премудрость соответствует имени своему, и немногим открывается». Сирахов 47.2. «Соответственно имени своему он был велик в спасении избранных Божиих, когда мстил восставшим врагам, чтобы ввести Израиля в наследие его». Поздравление с Днем Ангела будет иметь смысл тогда, когда мы будем подражать своему святому, и нас с этим поздравляют. А День Ангела, то есть нашего святого, есть день его кончины. Значит, поздравление относится к подражанию его кончины. Евреям 13.7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Филиппийцам 3.17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Иногда понимают, что ангел-хранитель дан каждому человеку, только никак не сговорятся, когда, то ли при рождении, то ли при крещении. Иов 33, с 23 по 25 стихи.
Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Но тогда при чем здесь день, названный днем ангела? Поздравляют человека с тем, что рядом ангел есть. Но ангел смотрит на наши дела, и тогда нужно бояться ангела, чтобы он не рассек нас. Матфея 24:51. «И рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Матфея 18:10. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного». Но когда в день рождения молятся и благодарят ангела-хранителя, что столько лет терпел тебя, читают канон, воздают похвалу небесным силам, благодаря Бога за милость, за чудную охрану, тогда становится понятным наше поздравление, то есть радость, благодарение Бога. Говорить что-то иное про ангелов – опасное занятие, смертельное. Колоссянам 2:18. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Так принято, считают и судачат, а мертвого говорить лишь хорошо. Дела худые не вспоминать тем паче, сотрут иначе люди в порошок. И в крайнем случае позволено молчать, и движимые ложью или страхом наложат на уста и не одну печать, хотя над злыднем плачет его плаха. Святая Библия, оригинал учитель, Господне слово, совести наставник, даст эталон и к теме щепетильной, по-своему, по-божьему сверстает. Мы знаем Каина и зверский его нрав, сжиравших братьев, их писание помнит. Любые нравственности, принципы поправ, такой при жизни был давно покойник. Жив навык Библии о зле не умолчать, творцов злодейства высветить потомкам. В героях ходят рыцари плаща, а их кинжалы так в крови и мокнут. Саул злодействует, его пример заразен. Плодит он гитлеров и сталинов зубастых, как в инкубаторе, то Пугачев, то Разин. Так и не хвали потомков их напрасно. Иуда так и будет отщепенцем. У Ария последователи пруд пруди. Не пойте дифирамбов им и песен. Избави Бог нас от такой родни. Воспоминания об умерших поэтах, о сгинувших, о спившихся артистах. С таким рядом ты не взвидишь света, тем пьяным клоуном давно бы был освистан. Они невыносимы, до ужаса беспутны, у них слова, дела и помыслы на выверт. Их рядом нет, в том повезло нам крупно. Знай, правдолюбцев свет еще не вымер. 19.01.2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин.